Доброго времени суток, уважаемые друзья! Зовут меня Перпетум и уже Александр, и мы вместе с вами продолжаем развивать нашу маленькую, но очень гордую и, надеюсь, перспективную страну Беларусь в игре Age of Civilization 2. Как вы видите, мы откатились немножечко назад до тех времен, когда война с Литвой еще не шла. Так как, скорее всего, я бы ее проиграл. Литва использует непонятные мне военные хитрости и из рукава достает каждый раз Просто тьму солдат. Откуда она их берет, откуда у нее деньги, неизвестно. В общем, придется подождать, прокачать экономику, снабдить свою границу замками, чтобы была оборонительная какая-то мощь, да, наблюдательными пунктами. И только тогда мы пойдем в бой. Но пока все же давайте развивать экономику. Ах, и да, я научился наконец-то брать благодаря вам деньги в долг. Но я могу взять максимум 6 тысяч монет. По-моему, это смехотворная сумма, и смысла в этом никакого нет. Так, что? А, мы закончили улучшать отношения между нашими цивилизациями. И да, у меня же был еще один хитроумный план по заключению союза с Литвой, нападению на Латвию, захват Латвии, потом мы берем в тиски Литву. В общем-то, план реально неплохой, но я не знаю, получится ли с Литвой заключить союз. Давайте продолжать улучшать дипломатические отношения, а дальше будет видно. Так, давай, Литва. Улучшит отношения. Улучшаем. Сколько у нас уже отношений? Отношения у нас 32 ⁇ 32,8. Это, это неплохо. Это очень даже и неплохо, но этого недостаточно. В кредит, кстати, деньги берутся не у какой-либо страны, они берутся у мировой общественности, наверное, так, да? Хорошо. Что-то я опять затупил. Давайте пропускать ход. Нам нужны деньги. Ты, ты закончил улучшать. Давай продолжай улучшать. Следующий ход. Почему? Подождите, улучшить отношения. Я больше не могу улучшать отношения? Странно очень. Следующий ход. А нет, улучшаются. Смотрите, потратится пол очка дипломатии каждый ход. Здорово. Также давайте все-таки заниматься экономикой. Где и что я хочу построить? Я пока не знаю. Дополнительные мастерские мне недоступны, потому что уровень технологии мой, ну, такой себе, да, оставляет желать лучшего. А вот фермы построить я могу. Например, в Минске. И в долгоиграющих планах у меня столицу, конечно, перенести в Гомель. Это было бы классно. Ну, потому что... Потому что почему бы и нет, а? Оба она в Минске ферма достроена. Можно построить и третью, но, опять же, технологии пока не дотягивают. Придется ждать. А на технологии я трачу довольно мало денег. Оба-на, у нас, смотрите-ка, в Кричеве. Что это за город Кричев? Это, это что такое? На каком это языке? Я такого города не знаю, хотя живу в Беларуси. Ладно, построим ферму. Сейчас мы в каждом регионе доведем наши возможности до максимума. Уже оба на, смотрите-ка. Теперь Литва и Беларусь. Дружественные государства. По-моему, это неплохо, друзья. Наш план притворяется потихонечку в жизнь. <мес> <мес> Ах, мнение офигенное. Надо и дальше улучшать отношения. Трачу на это почти все очки дипломатии, но они мне пока ни для чего и не нужны. Так, ну и параллельно экономика, друзья. Экономика. Следующий ход. Еще одна ферма. Нет, мастерская. В каждом регионе я доведу фермы и мастерские до максимума. Но почему-то пока доход наш и не увеличивается. Всего лишь полторы тысячи. Зато счастье населения высокое. И да, перед тем, как начинать войну, задерем налоги, уменьшим расходы на всякие разные штуки. И будет интересно так, сассимилировать. В смысле, погодите. А зачем его ассимилировать, если он и так наш? Ну-ка. В смысле, а как можно ассимилировать то, что и так принадлежит нам? Стабильность 100%. Бобруйск. Ассимилируем Бобруйск. В чем смысл этого? Я что-то не понимаю. Это ладно, если бы территорию Лат Литвы или Латвии пришлось ассимилировать. Но зачем ассимилировать? Я, я вот этого не понял. Нафига ассимилировать свои же земли? Какие бонусы и плюсы нам это дает? Я не знаю. Так, сладно, качаем дальше деньги. Что такое? Опять эпидемия! Да вы гоните! Была же уже эпидемия! С ума сойти можно. Целый регион, друзья. Это туберкулез получается. Пипец, бред какой-то. Какого фига? Чем мы, мы это заслужили? Мы белорусы мирные люди. Какого черта происходит? По-моему, это нечестно и несправедливо. Зато у нас нормально начала расти экономика. Я прям это ощущаю, главное не сглазить теперь. Главное не сглазить. А следующая мастерская стоит уже 9000. Офигеть. Ну давайте новую мастерскую в Полоцке построим. Окей. Okay. Uh -huh 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 -huh. Построено. Прибыль идет. Там бы еще и ферму засандалить. И, наверное, стоит начинать пускать деньги в... В эту... В технологию. Так как что-то как-то мы замедлились. И посмотреть, что делает ассимиляция. Ну вот Бобруйский. Я его потихонечку ассимилирую. Продвигайте ваши традиции и культуры в этой провинции. Некоторые процент местных жителей будет преобразован в нашу национальную. Это и так, белорусы, кого преобразовывать? Почему игра берет с этого деньги? Странно. Я также попробую инвестировать э -э, деньжата в экономику и посмотрим, к чему это приведет. Я пока этого не делал. Стоп, а у нас есть две инвестиции. Инвестиция раз, инвестиция два. В чем разница? Вот как бы инвестировать, инвестировать. В чем разница серьезная? Непонятно. Вообще непонятно, но ну, ладно. Давайте накопим пару тысяч и попробуем инвестировать их в Минск. Почему бы и нет? Вон, семерку. Так, с инвестиции. Это даст нифига себе 16% экономики. Так, у нас доход сейчас 1611, да? Мы кучу денег инвестировали. Через 4 хода посмотрим, сколько будет. Все деньги инвестировали. Раз ход, два ход, три ход, четыре ход. И инвестиции должны были сработать. Но я бы не сказал, что денег стало намного больше. То есть, возможно, мы инвестировали просто зря. Но я пока смысла особого не вижу. Фермы продолжаем строить. Никуда не торопимся. Главное создать устойчивую экономику и устойчивый строй в стране. А, также можно менять политическое устройство, да, как я понял, в твоем государстве. Но как это делается и для чего это нужно, я пока не совсем понимаю. В первую очередь я не понимаю, как это делается. Хотя, стоп, ну-ка. По-моему, по-моему. Сменить тип правительства, да. 20 тысяч это стоит. И что можно сделать? О, тут куча разных бонусов. Ну, прикольно, нужно будет. А у меня какой сейчас тип правительства? Реакционеры. Да, если бы я еще знал толком, что это такое. Вообще было бы здорово. Ну ладно, пускай будут у меня реакционеры. Чему бы и нет? Так, снова экономика у нас уже 1700, блин, радует. Что такое? Процесс ассимиляции закончен. Ну, вот и че. Еще один процесс ассимиляции закончен. Никаких плюсов и бонусов я за это не получил. О, отношения с Литвой... По... Офигеть. Давайте попробуем заключить договор о взаимозащите. Наверное. Если вдруг Латвия возьмет инициативу в свои руки и начнет нападать на меня. Хотя, может быть, у Литвы и Латвии-то есть и так союз. А, такое же может быть. Поддержать, оформить союз. Сформировать союз. М -м. Это ведь не будет единым государством. Да, наверное, это Альянс скорее, а Союз это другое. Союз это просто Союз. Ну давайте попробуем отправить предложение о Союзе. Отношения у нас реально максимально сейчас вкачаны. Посмотрим, что из этого получится. Ну а тут пока еще одна ферма. А куда деваться? И я все же хочу больше денег вливать в исследование. Вот прям есть такое ощущение, что нужно это делать. Давайте. Вот так хотя бы 10%, да? Нужно вкачивать технологии. Уровень технологии 0.45. Как его поднимать? Не знаю. Он, похоже, таким и останется. Или пока шкала не заполнится на 100%. Так. Игра будет сохранена в следующем ходу. А почему автоматически нельзя сохраняться? И что у нас с Литвой? Мы заключили союз с ними или нет? А, я что-то пропустил. Блин, плашку. Как узнать теперь, они союзники или не союзники? Ну, давайте еще раз отправим предложение о союзе. По-моему, они отказали. Или я чего-то не понял, не заметил. А, глупо вышло. Следующий ход. Что, игра сохранилась, да? Отлично. Они отклонили. Литва отказалась. Угу. А, а если попробовать альянс создать? В чем разница, я пока не понимаю. Но ну, давайте альянс. Вероятность успеха высокая. Альянс и Беларусь. Это было бы очень круто. Литва и Беларусь. Следующий ход. Отлично. Альянс Беларусь и Литва. И что это нам дает? Пам -пабам -пабам -пабам. Да, короче, теперь они на меня нападать не будут. Это наши союзники. Уже бонус, уже бонус. Захватим Латвию, а дальше будет видно. Еще Эстония может помешать. Но я думаю, что в Эстонии маленькое очень население и вряд ли будет большая армия. Смотрите, друзья, что это нам дало! Мы видим, где и сколько армии у Литвы, и мы можем подготовиться к войне. Это чудесно, это просто великолепно. Теперь еще Литва и показывает мне некоторые территории Латвии. Блин, здорово, здорово, план работает, шикарно. Строим фундамент для последующего завоевания. Ох, Литва даже не подозревает, что мы планируем сделать. ой ой ой, -ой Литва, Литва, Литва. Эх, прекрасная страна. Будет Литовская область Беларуси. Отлично. Или Литовский край, как-нибудь назовем мы, да, эту часть будущей Беларуси. Технологии потихонечку прокачиваются. Я хочу добить технологии до 100%, вон, чтобы прокачка пошла. И посмотрим, что нам это даст. Потому что не зря же я вливаю столько денег туда. По одному проценту заход прокачиваем и неплохо. Так, ферма следующая стоит. О, мастерскую можно поставить. Отлично. Так, ну и люди у нас счастливы. Я думаю, можно поднимать налоги. Почему бы и нет? На небольшой период. Где-то вот так мы сделаем. Да, наверное. Хотя хотелось бы максимальные сделать. Ну, вот так, смотрите-ка. Все равно счастье будет расти. Даже если налог вот такой. Даже до черты его доведем. Блага у нас классные, на военные нужды мы деньги не тратим. Зачем? В общем, следующий ход. Налоги стали больше. И люди не становятся недовольными. Улучшаются отношения с Австрией. Спасибо, Австрия, за выказанное доверие. Я не знаю, как пока воспользоваться этим, но у нас технологии выросли. Шикарно, друзья. Одно технологическое очко. Одно, серьезно, всего лишь одно. Это все было ради 0046? Безумие. В науку нужно вливать реально огромные деньги, чтобы технологии прокачивались. Ладно. Возьмем немного к исследованиям, добавим. Блин, это пипец долго будет. То есть в Минске я не смогу построить завод еще целую вечность. Да, надо искать деньги на развитие науки. Ну ладно, зато я буду обмазываться фермами и дальше. Все, что остается делать. Так, тут следующая ферма 14 рублей стоит, да? Ну давай, построим за 14 рублей ферму. Вот так, хорошо. Через три хода она будет готова. Жесть какая-то. Все, дальше. Ферма недоступна, но доступна в поставах. Мастерская. Друзья, кто из Беларуси? Что за подставой? Что за подставой? Я не понимаю. Но зато вли... благодаря вливаниям технологии изучаются заметно быстрее. Посмотрите, вот уже 26%, блин. Круто. По 2% заход, это неплохо. Так, но деньги, деньги, деньги больше тратить. Здесь некуда. Наблюдательные пункты строить я пока не собираюсь. Только мастерские. Фух, блин. Литва пугает, блин. Что она войска перемещает? Что она себе позволяет? Литва, давай ты это, без лишних движений дерзких. Страшно становится, серьезно. Обосраться можно. Не знаю, вливает ли Литва такие же деньги в экономику, как и я, вообще понятия не имею. Хотелось бы узнать, сколько у них денег. Вот это было бы интересно. Экономика 18377. Технологии хуже, чем у меня. А экономика 18377. А у меня сколько экономика? Как узнать? О, так у меня экономика в два раза круче, друзья. Смотрите-ка. Но они все равно меня победят. Они откуда-то возьмут войско из бункеров каких-то, достанут его и поведут в бой на меня, если я нападу. Короче, страшно пока и не хочется. Не хочется связываться лишний раз с Литвой. Какие-то они жесткие. Может быть, они пользуются какой-то о, сохранение зарубежной поддержкой или как-то так. Но они берут и достают войска, и вот, пожалуйста, делай с этим, что хочешь. Так. -с. Нужно, нужно еще одну ферму зафигачить. Отлично. Ну и на этом, друзья, мы пока остановимся. В Гродном будет построена еще одна ферма. Развитие страны продолжается. Планы строим масштабные. Скоро будет война с Литвой, я надеюсь. Ну а пока на этом все. Большое спасибо за внимание, за просмотр. До новых встреч. Удачи. Пока.